Он избавился от всех своих ограничителей. Как бы ни старался организм, у всех живых созданий есть определенные пределы. Если переусердствовать, то его же сила навредит ему, сделав только хуже. Или те, кто становится монстрами, теряют свою сущность и выходят из-под контроля. По этой причине все могут расти лишь в пределах своих рамок, которые указаны самой природой. Они позволяют им выжить и сохранить рассудок. Это и есть ограничитель. Но он совсем другой. Парень, который был рожден обычным человеком, без каких-либо способностей. Но ценой неимоверных усилий он открыл свои пределы и разрушил свой ограничитель. Высшая сила против совершенной силы. Съемки третьего сезона аниме «Ванпанчмена» продолжаются.